Руслан, поздравляю с победой и традиционные комментарии по игре. Игра сложилась очень сложно для нас, потому что уже концовка сезона, все устали, и в конце разгорает самая борьба, потому что очень большая плотность в таблице идет. И в концовке оставшихся всего 4 матча, нам нужны были очень сильные очки, победы, поэтому мы и победили в Шахтере, и постараемся оставшихся двух игр тоже победить, потому что чем выше мы окажемся, тем лучше, учитывая наше положение, что мы задели очки. Поэтому, прежде всего, мы хотим для себя доказать, что мы можем играть намного лучше и занять более высокие позиции. Спасибо болельщикам, поддержали, что нас в конце сезона приходят, поддерживают. И спасибо всем, кто нас поддерживает.